как народу моему, так говорит Господь. Я совершаю великие дела в жизни вашей, ибо я иду по пути с вами, и ныне говорю вам. Приближается время, и вы увидите, что совершит Господь для народа своего. Ибо велика будет слава моя, так говорю вам. Осмотрите пути свои и приготовьте народ мой для встречи со мной. Наведите мир в домах ваших и в сердцах ваших, чтобы такой злой корень не укоренился и не был препятствием вам. Молитесь и взывайте, я буду очищать и освящать народ мой, так говорит Господь. Вникните в слово мое, народ мой, чтоб не остался у закрытых дверей. Аминь.